Всем привет! Всем привет! Меня зовут Олеся, это Женя, и добро пожаловать на мой канал. После нашего видео 50 фраз для начинающих на итальянском языке у меня было много запросов на продолжение этой серии, и мы теперь будем записывать видео 50 фраз на итальянском для туристов, потому что именно для туристов меня спрашивали больше всего. И сегодня мы рассмотрим с вами такую тему: самолет и аэропорт. У нас система будет такая: я буду вначале его говорить на итальянском 2 раза, а потом его будет говорить мама. И я буду давать кое-какие свои пояснения на русском языке. Ну. Поехали! Первое слово. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno, arrivederci. Эти слова мы с вами уже рассматривали в предыдущих видео. Buongiorno – это здравствуйте, добрый день. Arrivederci – это до свидания, до встречи. Второе слово. Aereo. Аэропорто. Aereo. Аэропорто. Aereo – это самолет. Аэропорто – это аэропорт. По-моему, здесь предельно понятно. Третье слово. Dove l'aeroporto? Dove l'aeroporto? Dove l'aeroporto? А где аэропорт? Где аэропорт? Четвертое слово. Arrivo, partenza. Arrivo, partenza. Arrivo на русском языке звучит как прилет, а partenza – это вылет. Пятое слово. Andata, ritorno. Andata, ritorno. Andata e ritorno – это направление полета. Andata – это туда, e ritorno – это обратно. Шестое слово. Il volo, le destinazioni. Il volo, le destinazioni. Два слова. Volo, destinazioni. Il volo – это рейс, полет. Дестинационы – это направление полета. Седьмое. Билетто, билеттерия аэрео. Билетто, билеттерия аэрео. Билетто – это билет, звучит очень похоже, как и на русском. Билеттерия аэрео – это авиакасса. Восьмое. Ми сервем билетто Бари Моска. Ми сервем билетто Бари Моска. Мне нужен билет Бари Москва. Миссерион билет Бари Моска. Мне нужен билет по направлению Бари Москва. Девятое. Посаверу пасту вичино аль финестрино. Посаверу пасту вичино аль финестрино. Посаверу пасту вичино аль финестрино. Можно ли мне место возле окна? Возле иллюминатора. Десятое. Il volo senza scalo. Il volo diretto. Il volo senza scalo. Il volo diretto. Il volo senza scalo – это означает перелет без пересадок, рейс без пересадок. И то же самое обозначает il volo diretto – это прямой рейс без пересадок. Одиннадцатое. Ho un volo con due scali. Ho un volo con due scali. Ho un volo con due scali означает на русском языке «у меня рейс с двумя пересадками». Двенадцатое. C'è un volo per Mosca? C'è un volo per Mosca? C'è un volo per Mosca? Есть ли рейс до Москвы? Тринадцатое. A che ora arriva l'aereo a Bari? A che ora arriva l'aereo a Bari? A che ora arriva l'aereo a Bari? Во сколько прибывает рейс в Бари? Четырнадцатое. A che ora parte l'aereo per Mosca? A che ora parte l'aereo per Mosca? A che ora parte l'aereo per Mosca? Во сколько отправляется рейс до Москвы? Пятнадцатое. Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Сколько времени длится полет? Шестнадцатое. Il volo è in ritardo di 30 minuti. Il volo è in ritardo di 30 minuti. Il volo è in ritardo di 30 minuti. Рейс задерживается на полчаса. Семнадцатое. Check-in. Carta d'imbarco. Check-in. Carta d'imbarco. Check-in – это check-in, регистрация на рейс. Carta d'imbarco – это посадочный талон. Восемнадцатое. Это вопрос. Hanno già iniziato il check-in? Hanno già iniziato il check-in? Hanno già iniziato il check-in? Регистрация на рейс уже началась? Девятнадцатое. Hanno già annunciato l'imbarco? Hanno già annunciato l'imbarco? Hanno già annunciato l'imbarco? Уже объявили посадку на рейс? Двадцатое. È iniziato l'imbarco per il volo Bari-Roma. È iniziato l'imbarco per il volo Bari-Roma. È iniziato l'imbarco per il volo Bari-Roma. Началась посадка на рейс Бари-Рим. 21. Stiamo per partire. Stiamo per partire.
Siamo per partire. Мы отправляемся. L'aereo sta per partire. L'aereo sta per atterrare. L'aereo sta per partire. L'aereo sta per atterrare. L'aereo sta per partire. Самолет взлетает. L'aereo sta per atterrare. Самолет приземляется. 23. Entrata, ingresso, accesso. Entrata, ingresso, accesso. Эти три слова обозначают одно. Вход. Entrata – вход. И то же самое можно сказать. Ingresso, accesso – это все вход. Все. Все. 24. Маленькая, короткая. Uscita. Uscita. Uscita на русском языке – это выход. 25. Documenti, passaporto. Документи, паспорто. Что же это значит? Какие сложные слова. Ну, на самом деле, любой русский человек поймет, что документы – это документы, паспорто – это паспорт. Звучит очень похоже. 26. Posso avere la sua carta di imbarco, per favore? Posso avere la sua carta di imbarco, per favore? Posso avere la sua carta di imbarco, per favore? Можно посмотреть ваш посадочный талон, пожалуйста? 27. Багаглио, валиджа. Багаглио, валиджа. Что же это значит? Багаглио – это багаж. Общее понятие, вообще багаж. Валиджа – это один конкретный чемоданчик. Это багаж. Багаж. Валиджа – это тоже багаж, но это больше применяется как к слову чемодан. 28. Ricevuto del bagaglio. Ricevuto del bagaglio. Ricevuto del bagaglio – это багажная бирка, которая цепляется на ручку вашего чемодана. 29. Ha le valigie da imbarcare? Ha le valigie da imbarcare? Ha le valigie da imbarcare? Это вопрос, который вам задают, когда вы проходите регистрацию на рейс. Есть ли у вас багаж, который вы должны сдать в багажное отделение, который погрузят без вашего участия в самолет? Есть ли у вас багаж, который нужно сдать? 30. Quanto costa il chilo l'eccedenza del bagaglio? Quanto costa il chilo l'eccedenza del bagaglio? Quanto costa al chilo l'eccedenza del bagaglio? Сколько стоит перевес багажа за 1 килограмм? 31. Quanti chili di franchigia? Quanti chili di franchigia? Quanti chili di franchigia? Сколько килограмм? Сколько килограмм багажа можно провести? 32. Dove si consegna il bagaglio? Dove si consegna il bagaglio? Dove si consegna il bagaglio? Где оформляют багаж? 33. Ritira i bagagli. Ritira bagagli. Ritiro bagagli. Место, где можно забрать ваш багаж. Где вот эта штука крутится. Тыш-т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 ыш. 34. Bagagli a mano. Bagagli a mano. Bagagli a mano – это ваша ручная кладь. 35. Può mettere il suo bagaglio a mano nel ripiano superiore? Può mettere il suo bagaglio a mano nel ripiano superiore? Può mettere il suo bagaglio a mano nel ripiano superiore? Вы можете положить свою ручную кладь на верхнюю полку. 36. Dove si ritira il bagaglio? Dove si ritira il bagaglio? Dove si ritira il bagaglio? А где можно забрать свой багаж? Где получаем багаж? 37. Dove si possono ritirare i soldi del tax free? Dove si possono ritirare i soldi del tax free? Dove si possono ritirare i soldi del tax free? Где можно получить возврат tax free? 38. Dove si può richiedere il timbro del tax free? Dove si può richiedere il timbro del tax free? Dove si può richiedere il timbro del tax free? Где можно поставить печать tax free? 39. Dove si trova la fermata del pullman? Dove si trova la fermata del pullman? Dove si trova la fermata del pullman? Где находится автобусная остановка? 40. Dove si trova il taxi? Dove si trova il taxi? Dove si trova il taxi? Где можно найти такси? 41. Mi serve l'aiuto. Mi serve l'aiuto. Mi serve l'aiuto. Мне нужна помощь. Если вы заблудились, потерялись, ничего не понимаете, вам нужна какая-то помощь сотрудника аэропорта, вы говорите ему: Mi serve l'aiuto. 42. Mi sono persa. Mi sono perso. Mi sono perso или mi sono persa в женском роде, да? Я потерялся, заблудился. Я заблудилась. 43. Ho perso la valigia. Ho perso i documenti. Ho perso la valigia. Ho perso i documenti. Ho perso la valigia. Я потерял чемодан. Ho perso i documenti. Я потерял свои документы. Importante non perdere la testa. Главное голову не потерять, да? 44. Devo vedere il suo passaporto.
Devo vedere il suo passaporto. Я должен посмотреть ваш паспорт. Devo vedere il suo passaporto. 45. Ваучер и висто. Ваучер – это ваучер. Висто – это виза. Висто туристико, туристическая виза. 46. Ассикурационе – сикуреца. Ассикурационе – сикуреца. Ассикурационе – это страховка. Сикуреца – это безопасность. 47. La cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza. Это ремень безопасности. 48. La prego di allacciare la cintura di sicurezza. La prego di allacciare la cintura di sicurezza. La prego di allacciare la cintura di sicurezza. Я прошу вас пристегнуть ремни безопасности. La prego di spegnere i dispositivi elettronici. La prego di spegnere i dispositivi elettronici. Попрошу вас выключить электронные приборы. И последнее. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio – это счастливого полета, счастливого пути. И на этом мы будем свое видео заканчивать. Это было видео 50 фраз на итальянском для туристов. Мы рассмотрели с вами фразы, которые могут пригодиться вам в аэропорту или в самолете. И спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео и поделитесь им в социальных сетях. Это очень помогает развиваться моему каналу. И на этом будем с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр и увидимся в новом видео. Пока!